Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Посоветуйте курс или книгу по тому, как вернуть радость жизни, уверенность в себе и подняться на оценку. В прошлом году в связи с хорошим результатом и сбросом веса был шикарный результат и самооценка. А вот сейчас пока никак. Благодарю за ваши ответы. Мне кажется, что здесь нарушена основная последовательность, я бы сказал. То есть основная последовательность именно причинно-следственной связи. Что это значит? Это значит, что вы почему-то набираете вес, если вам в этом весе некомфортно, например. Вот. И соответственно нужно в первую очередь рассмотреть то, каким образом вы набираете вес. Потому что случайно это не происходит. Как правило, это защитная реакция, например, или следствие стресса, или бегство от чего-то, от каких-то эмоций, переживаний, вот, либо это нехватка, допустим, удовольствия, да, например, эндорфинов, то есть, как бы, и так далее, вот, поэтому, в первую очередь, то, что нужно, то, на что нужно обратить вам свое внимание, это именно на основу, то есть с чего вот все началось. Когда вы, там, грубо говоря, начали, набирать вес. Вот. И, соответственно, с этого уже начинать. А дальше. Следующий важный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, заключается в следующем. Ваша самооценка зависит от результатов сброса лишнего веса. Как мне кажется, по меньшей мере, лишний вес вас не может определять, в принципе. То есть, вас не определяет лишний вес, но почему-то именно от него, от лишнего веса зависит то, допустим, как вы будете себя чувствовать, как вы будете себя ощущать. И это вопрос. Получается, что единственное на данный момент, пока что вас определяет, это
лишний вес. А тут уже зависит и ваша самооценка, получается, от этого зависит и ваше самочувствие и так далее. И, соответственно, идея здесь в том, на мой взгляд, чтобы вы не определялись одним только весом. То есть, чтобы помимо веса у вас было что-то еще. Ну, вот. Чтобы было что-то еще, что вас определяло. Понимаете, да? Это, на мой взгляд, очень важный аспект. На который мне хотелось бы обратить внимание. Вот, коллега Кудрящев Игорь Леонидович, на мой взгляд, совершенно правильно заметил, что книги, они про других, а у вас своя история жизни. И то, что вы сейчас чрезмерно фиксируетесь на лишнем весе и зависите от него, говорит о том, что, возможно, вам ничего больше в жизни не интересно. То есть вы как бы вся в этом, вся в весу, не сбросили весу. Но для чего вам это? Спросите себя, зачем? Не с той целью, чтобы как-то обесценить. Нет, вы хотите сбрасывать вес, сбрасывать, но чтобы это не было одним единственным, чем бы вы занимались, чтобы помимо этого было что-то еще, что могло бы быть вам интересно, что-то еще, что определяло бы вас, давало бы вам ощущение радости, вот, ощущение жизни, ну вот, чувство, что вы живете, вот, что вы живете полной жизнью и так далее. Вот, а сейчас вы такое впечатление, что ищете, вот, как это сделать способом извне. Ну, это не самая лучшая позиция, потому что она идет в обход ваших ценностей, ваших желаний, ваших приоритетов, особенностей вашей личности и так далее. То есть как-то вот вы к себе здесь, мягко говоря, невнимательно, да, как-то вы к себе здесь, я бы даже сказал, жестоко достаточно. Этот момент нужно корректировать. То есть то, что вы называете самооценкой, да, и пытаетесь сейчас вот это повысить, а вы это делаете извне, из книги, курсы и так далее. А делать это нужно изнутри, обнаруживая свою ценность, обнаруживая себя, обнаруживая
какие-то стороны свои, которые, может быть, раньше вы и не замечал. Вот. Понимаете? Ну вот, основное, что бросается в глаза, да, это, конечно, вот то, что у вас как будто все зависит от веса. Ну, в смысле, наличие у вас лишнего веса. То есть вы вес, грубо говоря, сбросили, да? Вот. Вам стало хорошо. У вас не, ну, не получается сбросить вес, и вам, соответственно, плохо. То есть, как будто бы вот чрезмерно вы от этого зависите. Вот мне кажется, что на это вам нужно в первую очередь обратить свое внимание. Вот. И, соответственно, тогда уже можно будет о чем-то говорить. Не об абстрактном повышении самооценки, вот, как это пытаются сделать вы, следуя какой-то, вероятно, концепции, да, а именно изнутри, именно вот так, как наилучшим образом подходит наилучшим образом, адекватно адаптировано под вас. Я бы сказал так. Вот. На этом все, пожалуй. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Значит, то, на что вот я бы обратил внимание, это на то, для чего вы сейчас, значит, ну, пытаетесь забросить вес, вот, то есть, ну, зачем, то что вы будете делать, точнее, что вы будете делать, когда? Ну, сбросить вес, условно говоря. Там. Вот. То есть это вот то, на что вам нужно обратить свое внимание. И обратить внимание на, так сказать, историю, того, как вы набирали вес. И историю того, как начинали себя обесценивать. Вот вы еще пишете, что радость жизни, уверенность в себе. Ну вот, радость жизни — это, с точки зрения психологии, это исследование того, что вам, собственно говоря, интересно. Вот.
то есть исследование вашей жизни. А воспитание интересно к ней. Вот. На этом все. Буду благодарен. За обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь на разрешение вашей ситуации, вот, не все же с помощью книг, а с помощью психотерапии. Всего доброго вам.